На нашем канале проходит новогодний розыгрыш. С его условиями вы можете ознакомиться по ссылке в описании. 9, 8, 7, 6. Ох, блять, 5, это готовность 4, ебаная, блять, ага. 3. Что, всем привет, с вами Дэн и... Вархаммер. И мы продолжаем наши великие битвы друг с другом. Битва киберкотлет, как угодно называйте. Первая серия у нас была Формула 1 2020, где я каким-то образом героически победил. Да, при том, что у меня был гандикап, вы скажете, что, возможно, что это не было так сложно, но вы знаете, что в этот раз у нас в большей степени Лёшина территория, это CSGO. Там была моя территория, блядь. Ну, что-то пошло не так. Даже при том, что я записываю, все равно получается так, что Лёша все-таки имеет полупрофессиональный опыт в Counter-Strike GO. Поэтому у него некий есть гандикап надо мной, потому что когда ты играет против тебя 10-й левел фейсит, а против 2-го сильвера, вы знаете, как бы разница все-таки осуществима, и она очень большая. Лёш, давай, Лёш, давай тогда рассказывай правила, а и потом начнём. Ну, правила простые. Играть мы будем по системе той же Best of 3. Соответственно, Дэн выбирает карту, он выбирает сторону. Точки он может использовать на карте 2 для закладки бомбы, я же в свою очередь только одну. И эту одну точку Дэн выбирает, соответственно, куда я смогу только ходить. Сразу предупреждаю, что если на одну точку я могу ходить, то не значит, что я с нескольких, ну, к примеру, если на мираже только на могу ходить, это не значит, что я могу только с ямы и с палас ходить. Значит, у нас получается мапу... Мираж, Ферно, Оверпас, Вертиго, Нюк, Трейн, Даст. Вот из этих 7 карт выбирай. Так, ну что, ну я думаю, опять мой этот великий рандомный палец. Блин, надо было, конечно, подготовить бумажки, ну фиг с ним. Так, первая карта у нас будет вот эта. Первая у нас будет нюк. Ого, да вы, я смотрю, этот... Самоубийца. Ладно, тебе будет все нормально должно быть. Шар попал мне со страницы. Ладно. Посмотрим. Не будет, Дэн сейчас просто на девятке сидит, и ему сейчас такая пизда будет. Оп-оп-оп. Опа. Привет. Сволочь. Так, успеть. Оп. Скоммунизина. Сволочь. Ну как бы, батя знает, что надо делать тут. По факту скажу, что точка А это самый лучший вариант. Лучше Б было. Его проще будет защитить. Ладно, про сюда надо какой-нибудь интересный выход придумать. Чтобы это прям было вах. Блин, на нике такое, прям сложно что-то придумать. Лезет, ля. Какой. Че ты, кстати, там на бета шароебился-то? Карток, не знаю. Так я ж могу ставить только на А. Зачем тебе на бета ходить тогда? Я исследовал. Не лучшее время для исследований ты выбрал. Тик-так, тик-так, тик-так. Ну, в принципе, неплохой выбор карты, мне он понравился. Вообще. И меня это немножко подводит. Мне кажется, он на следующей карте выберет теровскую сторону, потому что... Ну, ходить на две точки, а тем более, кстати, если это нюк, то мне тут вообще легко защищать две точки, на самом деле. Че, я взял, встал в мейн, блять, и все. Встал в мейн, и чекаешь выход на А, и если че, то на Б быстро съебешься. А, ты уже внизу, блять, я думаю, ты там поверху еще шароебишься. С тобой репикался, блин. Ладно, не говна кусок, нормальный парень. Решил воспользоваться, что я нюк, плохо знаю. Я сам здесь совсем наебал ему выбрать все карты. На рандом же. Ну я на рандом, чтобы брать интерес. В итоге сам себя наебал. Ради честности, я причем даю Дэну шансы. Я не пытаюсь выйти там хитро выебано как-то. Ты пытался меня подловить.
Хоть скажи что-нибудь, то, блин. Может быть, конечно, ты на видео что-то для себя там говоришь? Но я тебя не слышу. Конечно, говорю. Какой я нехороший, небось. Ну давай, Лен, теперь ты за теров. У тебя есть полный карт-бланш, куда пойти. Серьезно. Блять, он пошел пушить туда, еб твою мать. Ты куда ушел? Ой, блять. Ну хоть бы бомбу поставил для себя бы. А смысл мне ставить, ты меня убил бы тут же. Ну давай, Дэн. Камбэк на 13 раундов. Потом сделаем мне такие допы. Тебе самому не смешно это, слушай? Смешно. Дверь он не открывал. Бля, он неужто на улицу пошел? Я не поверю. Ты что тут делаешь, блядь? Ты что, блядь, радио палишь? Сучи Поттер, блин. Блин, я так и знал, что ты зайдешь, я специально оттуда не выходил. Хотя бы здесь бой дать. Хотя у меня есть, конечно, ощущение, что мы, скорее всего, в третьей игре будем разбираться, но все же. What the fuck? Скажешь, как уже готов. Бля, что это за карта, да? Это для разминки один на один. Типа. А, тьфу ты, блин. Ну что, давай, куда пойдешь, на Б? Так я прям взял и сказал. Ну это так, куда ты пойдешь. Ладно, посидим в канал. Я бы на месте Дэна, конечно, похолодил бы. На мид он не ходит, он не любит мид, но на Б он точно пойдет, блядь. А он гадает, поэтому у него 50% шанс, что я все-таки зайду. Давай попробую андер пойти. И бежит, блядь. Долго же ты, однако, холодил все-таки. Мысль-то была, блядь, на коннектор. С учетом поражения в раунде, я буду иметь деньги. А я сейчас буду играть чисто на неожиданности. Блядь, я иду за тыгл. Кто думал, что это будет связь когда-то? Фу-ху-ху! Я даже попал, вау! Одно дело попал, а другое дело убил. Да я Desert Eagle, две вещи несовместимы. Там первую пулю можно попасть спокойно. Ну, короче, Дэн будет очень вязко играть за теров. То есть он будет очень медленно там что-то, ну, ждать будет. Ну, типа, это его единственный вариант. Дай-ка сделаю так, дай-ка я сейчас раскид сделаю. Это его единственный вариант. О май гад. Это птица, это самолет, нет, это смог на КТ. Интересно, блядь, фейк, ладно, сейчас мы его немного скидаем, блядь, чтоб он... Так, он здесь, окей. Так, у меня есть минута, надо сейчас попробуем ретейк сделать. Он, получается, раскидал, значит, он, скорее всего, на А. Он так просто не успеет отойти, вот он единственный может сойти с ямы. Ну, стопудов под Б пошел, блядь. Типа, дал смог такой, типа, что я, типа, подойду, но на самом деле я пойду под Б. Я себя периодически напоминаю Блейда, вот реально, во времен Flipside Tactics, блин, сам себя наебать, вот. Тебя еще нибудь моя флешечка так застопила, которую я кинул? Наверное, подумал, что я там сижу. Нет, это не флешка. Я просто увидел 7 секунд, понял, что надо плентить. Это логично. Опа. А сейчас... Хуя себе там. Что за флешечки в яме были, а? Блять, перелет.
короче, я хотел на вазу дать. Он сюда не полезет. Пойдем к на Б. Покажем, что я на Б якобы. Вернемся на. Шорт. Либо он только с ням выходит. Ля какой. Оп, идет. Ля какой идет. Блять, это сбил. У меня было два варианта. В итоге я не угадал. Я просто по Владимиру повернулся в коннекторе, а ты там идешь по шорту. По-другому, сейчас мы попробуем. Па. Что, смог на старт? А что за смог в коннекторе? Ну-ка, я чисто даже проверить. Бля, не говоришь, что это тот самый смог с телевизора? Я тебя умоляю, никогда его, блядь, не кидай в игре. Никогда, блядь. Это не смог с телевизором. В любом случае, этот смог в коннектор никогда не кидай, блядь. Сейчас, блядь, короче. Я афиг взял. Тихо спиздил, ушел. Называется, нашел. Блять, не, на нож его будет сложно взять. Он ставит не прям в упор к ящику, поэтому так пройти справа не удастся. Ладно. Попытка была стоящая. Смог на старт, окей, зачем ты его выкатить смог на старт? Пойти? Ну, типа в теории это неплохой вариант, но, блять, ты проебаешь целый смог, который тебе сейчас полезен. Ну, яме стоит, значит. Типа, что, дал смог на старт, кинул флешку и пошел на Б, точнее. Походу на то. А, не, нихуя. Блять, и убежал. Ну, я куда-то убежал. Блять, последний момент я заметил. Младший лейтенант, мальчик молодой, все хотят потанцевать с тобой. Ты там все это? С, нет. Приготавливай, сейчас тебя будем в Флюгегехайме, блять, устраивать. Пока ты вот подбэшил на шифте, я там успел уже А прочекать полностью. Я мой палас тоже на шифте. И сюда пройти. Надо темп увеличивать. Потому что он привык на медленный. Да, это правда. Испугались? Обосрался. Короче, ладно, сейчас делаем факе. Раскидаем апленд и пойдем на Б. Сидеть и ждать его. Как, блять, на этой карте вытаскивать, блять, я вообще не понимаю. Я пытаюсь сам себя перехитрить, не получается. Ладно, привнесем небольшой интерес. Как бы у нас нет такого правила, что я обязан играть с этим оружием, но я могу же поиграть, блять, ради того, чтобы дать какие-то шансы Дэну, да, то вы будете писать комменты, что ух, в одну калитку, уху-ху-ху. Повесь, что только он стоит в полосах, все. Ну, либо максимум яма. Опа.
Блять. Попал одну пульку. Где ты, блять? Реально, блять. Походу, блейда брал. Уроки, блять. Выходить, блять. За 15 секунд до конца раунда. Блять, одну пульку не советую, попал. Вот плохого никак не советуют. Под флипсайды всегда проигрывали, но ну, плохого не советую. Навис, да, блядь, выигрывает, ребят. Я должен пропикивать все точки. Прощекать. Правильно подсказала. Правильно подсказал, ты ж пойдешь чекать все точки. Кстати, Б-точка это достаточно интересный выбор. Ладно, давайте Дэну дадим шанс, и я буду сейчас выходить как полный идиот, а если что, я буду выходить как нормальный человек, через другие места, блядь. Лучше я в шорт пошел. Блядь. Не удалось посадить. А он сейчас уже фанится будет, он просто под на нож мне пытается уже сыграть со мной. 13-3, 2050 долларов, блядь. Эта ситуация катастрофическая. Я холер его знает, как это. У меня просто не осталось ни эмоциональной, ни душевной силы. Я, чтобы вы понимали, я вайпрек катал по всем картам. Ну, кроме нюка и оверпасса, так мне это аукнулось. У меня 2400, у меня нет бабла от слова совсем. Ниндзя! Ну, я за дверь только выйдет, наверное. Блять, правда, мне теперь же... Тихо. Тихо. Yes! Yes! Я-то думаю, что смачок странный. А у меня моя жопа сидит. Блять, увидел меня. Уйди! Уйди от меня! Ну, изи. Дорогие друзья, перед вами была сейчас презентация, что будет, если 10-й левел фейсит сыграет против 2-го сильвера. Ай, блять. Не, ну тут очевидно, какая Counter-Strike не только чудо помогло бы. Чудо под названием Николай Чудотворец какой-то должен был прийти и, блин, обыграть. Это бесполезно было на самом деле. Я не знаю, что в КС-ку выбрали. Ладно, извиняюсь, меня уже бомбит, у меня агония, я ною и так далее, и так далее. Я прошу прощения. Я прошу прощения, потому что, блин, я просто не понимал, как это обыграть, потому что я понял, что меня по всем фронтам обыгрывают, у меня никакой мысли и так далее, все, короче. Была очевидная победа. Я не знаю, что я должен был сделать, чтобы его обыграть. Поэтому будем разбираться в третьей игре. Ну что, с вами был Дэн. И подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. Не забывайте, что каждый комментарий для нас важен. Вступайте в группу ВКонтакте, потому что там скоро будет очень много крутых анонсов. Ну как крутых? Много интересных анонсов, давайте так, чтобы мы лишний пафос не придавали. Если вы хотите поддержать канал рублем, ссылка на Donation Alerts находится внизу в описании. Всем до скорой встречи и увидимся в следующей игре.